Муж у меня делает чай. Что там у тебя, чай, лимон? Да. Процесс пошел. Это лед. А в чем разница, почему в двух? А? Почему в двух? Ну, один для тебя, один для меня. Ты мой сладкий, господи, ну святой человек. Класс. Скоро будем охлаждаться. Можно еще мяту туда швырнуть, да? А мяту-то у меня стырили. В общем, так, проводим эксперимент. Нужно узнать, сколько градусов вот здесь, потому что в мой, который слева, эта штукенция, вот тут, можно только 40 градусов переливать, не выше. Недостаточно, батенька, остудили кипяток. Давай твой померяем. Там вообще пар идет постоянно. Докидываем лёда. Вот такое мороженое именно с таким вкусом. Сегодня первый раз бликовый. С манго и малиной пробовала. А такое нет. Бульгири будешь? Иди лизни. Виталь, хочешь попробовать? Вот бульгирия лижет мороженку. Бургер буш. Моя красавица. Пакетик сейчас будет лизать. Вкусненько. Хочешь попробовать? Вообще необычное. Кисло-сладкое, неприторное. Там какие-то вкрапления. Это же драгон. Гуанабана. Что такое гуанабана, Виталь? Ну, гуанабана. Кусочки ната де коко. Что такое ната де коко? Написано натуральный вкус и цвет. Не знаю, верить ли. Угу. А вот расшифровка. Соком карамбалы, кусочками ната де коко, в замороженной глазури с пюре драгонфрукта, экзо драгонфрукт, гуанабана. А сколько оно стоит? Ну, оно реально вкусное. Надо же. Она придумывает. Двигаться даже не хочется. Лучше лежать. Ты уже включил что-то? Он где-то по телеку идет. Вчера идем по магазину. Я говорю, скажите, пожалуйста, у вас есть? Продавец такой поворачивается, знаешь, вот так вот разворачивается. Вентиляторы?
и лицо такое, как у типичного представителя продавца вот в магазине. Я говорю, нет, а я даже забыла, что нам надо. Я говорю, этот клей для ресниц. Он такой на меня смотрит, он не ожидал тоже такой поворот события. Он, может быть, вон там, в косметике, пошли туда. Вентиляторы? Классно мороженое. Надо было, Виталь, все забирать, которое там было вот такое. Кисленькая, неприторная. Жалко, что у нас его мало. У меня какой-то мужчина в комментариях спросил, что с моими бровями. Все великолепно с ними. Они идеальные. Было бы здорово, если бы они были всегда такие, без подкрашивания. Классные. Аж порог идет. Холодок от него. Классная. Просят платье показать, которое купила. Честно, у меня сейчас сил нет. Даже двигаться не хочу. Покажу. Температура как спадет. Вообще. Я лежала, думала, засну. Ой, киска сладкая. Какая же она милая. Кусочек гуанабана, походу, мне попался. А чё я раньше такое мороженое не покупала? Я вообще никакое не покупала, не любила. Офигенно вкусное. Да, кусочки есть. Всё. О, Виталь, ты куда? Все. Целую в обе щеки. Второе. Ну что, какая еще с Вентура? Че? Какая с Вентура, говорю? Фильмы из Вентура. Ну, какая с Вентура? Есть Вентура, я тебе говорю. Ты что, издеваешься? Ну бля? Какая с Вентура? Эйс Вентура, говорю. Фильм Эйс Вентура, где Джим Керри снимается. Про животных передо фильм. Не знаю такого.